комьюнити, потихоньку начинаем. Секция Hard IT начинает свою работу. Сегодня поговорим о куче разных интересных вещей и завершим наш день панельной дискуссией про Agile. Это такой кабинет психологической групповой поддержки пострадавшим от Agile. Еще из интересного у нас сегодня в течение дня у каждого спикера будет возможность выбрать двух человек, которые задали самые кайфовые вопросы. Евгений Асламов. Всем привет, меня зовут Евгений Асламов, как уже представили. Я вам сегодня расскажу три истории из мира разработки. Кто здесь участвует в разработке? Не в смысле прогает, а в процессе. Там, может быть, в качестве аналитика, архитектора, разработчика, проект-менеджера и так далее. Да, немного. А давайте чуть-чуть познакомимся, да, откуда вы вообще? Учитесь, работаете, если работаете, то где? Ага. Ну, живее. Я работаю. Аналитик. Отлично. Аналитик. Ну, отлично. Это хорошо, потому что я как раз выбрал те истории, которые на самом деле специфичны не только для разработки, а в принципе для нашей жизни. Это истории о добре, зле и о провалах. Бен, I need help. Кликер не работает. Погода такая, что все выходит из строя. Пока разбираются с оборудованием, расскажу анекдот о своей жизни. Когда я только начинал карьеру, у меня был маленький проект, где я был всем сразу. И в шестой раз я сдавал этот проект заказчику. Значит, ну, в шестой раз я уже предусмотрел все, созвонился со всеми компаниями, которые участвуют в испытаниях, провел тестовый пример, 4 дня подряд его делал, чтобы точно все заработало, все отточил. Казалось бы, ну что может случиться? Приехал на испытание и сгорел последний диск в RAID-массиве. Целый месяц, оказывается, у заказчика мигала лампочка, что диск последний, а заказчик просто не подумал его заменить. Так что вот. Это вся наша жизнь такая. Немножко не подумал, лишний раз не проверил, и привет. Мистика. О, отлично. Итак, меня зовут Евгений Асламов, я уже сказал, я работаю в компании Lanit, и вот наша на сегодняшняя повестка. Чуть-чуть расскажу о нашей компании, чуть-чуть расскажу вообще, зачем это все рассказываю, и расскажу три истории. История первая – это история про археологию. История вторая – это история про незнание. История третья – про абсолютную власть. Надеюсь, заинтриговал. Я работаю в группе компании Lanit. Группа компании Lanit – это большая группа компаний. Мы занимаемся совершенно разными вещами, не только разработкой ПО, но начиная от строительства, заканчивая обучением. Строим космодромы, ЦОДы, здания различных крупных корпораций. Попутно их автоматизируем, наполняем всякими железками, системами пожарной безопасности и так далее. Но я персонально работаю в департаменте корпоративных систем, который занимается разработкой больших информационных систем, в том числе и для государства. И вот здесь есть там ключевые наши проекты, это ГИС ЖКХ, ЕМИАС, единая информационная система в сфере закупок, ну еще там десятка три проектов, для которых просто картинок я не смог найти. Не у всех есть иконочки. Почти во всех этих проектах я участвовал в качестве либо участника команды, либо в качестве внешнего консультанта, внешнего по отношению к команде проекта. Оп. Значит, я работаю в области информационных технологий больше 15 лет. 8 из них я архитектор. И сейчас я руковожу сектором архитектуры как раз в департаменте корпоративных систем. Все эти истории, которые я расскажу, это истории из практического опыта, не придуманные, прожитые мной лично и моими коллегами. Поэтому у вас, конечно, могут быть другие истории и другой взгляд на эти проблемы или вопросы, которые там. Но тем не менее, вот я сейчас делюсь нашим опытом, надеюсь, он вам будет полезен. Почему я вообще здесь? Почему мои коллеги в последнее время тоже часто выступают, организуют всякие мероприятия? Потому что на самом деле мир IT, он вроде бы большой, но все равно маленький, потому что сложные большие проекты, системы,
какие-то здания мы делаем все равно все вместе. Вместе я имею в виду те компании, которые находятся на российском рынке. Поэтому нам надо встречаться, надо делиться своими знаниями, ошибками, для того, чтобы мы в будущем с вами все вместе более эффективно работали. Ну и, соответственно, получать критику, чтобы корректировать свои какие-то ошибки, свой мнимый успешный опыт и так далее. Что ж, так, история первая, про археологию. Почему про археологию? Потому что часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда та информация, которая нам нужна, она потеряна. И я, конечно, сейчас это буду говорить все про информационные системы, но это применимо к любой области, про которую мы чего-то не знаем. Значит, почему у нас раскопки вообще возникают информационных систем? Потому что есть легаси, и с этим ничего не поделаешь. Легаси — это те системы, которые кем-то были давно разработаны, как-то поддерживаются, и никто про них ничего не знает. Как правило, легаси традиционно в больших, очень крупных корпорациях, в банках. Когда-то давно написали центральную систему банковскую, корневую, которая обеспечивает платежи, и потом про нее забыли. Как-то ее поддерживают три человека, которые знают кабол какой-нибудь, и больше никто не знает, что там происходит. Команды меняются, и системы живут. Ушел человек, пришел человек, система развивается, он забыл записать решение, забыл записать какое-то сведение о системе, все это кануло в лету. И информации тоже не хватает нам в нашей работе. Банально для того, чтобы принимать решения, для того, чтобы общаться с коллегами. Даже если ее там, как бы, мы не можем найти сейчас, ее кто-то забыл записать, ее надо как-то восстанавливать. Итак, собственно, метафора раскопок здесь такая, что наша система или там какой-то объект, с которым мы с вами работаем, это некий артефакт, про который мы в принципе знаем, мы такие артефакты уже раскапывали с вами неоднократно, сами их создавали, и нам его нужно раскопать. Что-то мы про него знаем, что-то не знаем. Соответственно, вот процесс раскопок, процесс добычи этой информации — это наши раскопки, процесс вот этого всего. И сейчас я расскажу несколько простых вещей для того, чтобы наши раскопки могли быть успешными, чтобы мы все-таки получили результат. Такие предусловия, которые нужно выдержать. Еще немного контекста добавлю. Мы говорим о тех случаях, когда у нас системы есть, и есть все-таки команда какая-то, которая систему поддерживает, какие-то остатки документации, потому что есть совсем терминальные стадии, когда у вас есть объект, система или, ну, не знаю, там, либо программно-аппаратный комплекс, и о нем вообще ничего не известно. Ну, то есть только программный код, и там уже подходы другие немножечко. Чуть-чуть скорректированы, они дополняются. Значит, из чего наш состоит артефакт? Это архитектура, требования, спецификации, различные модели, дизайн и так далее. Вот все это мы должны в идеале раскопать, вся эта информация у нас должна быть для того, чтобы мы дальше могли работать. Четыре правила для успеха. Нужна карта, нужны спонсоры, нужны помощники и инструменты подходящие нужны нам. Собственно, выполнив эти четыре правила, вы, скорее всего, сделаете восстановление информации о вашем объекте, системы вполне себе нормальным процессом, несложным, не страшным и относительно комфортом, ну, насколько, ой, вообще может быть это комфортно. Карта. Карта — это сведения о том, какая часть нашей системы известна. Например, кто-то нам говорит о том, что нам известна, скажем, документация на систему пользовательская. Не поленитесь, проверьте обязательно, потому что карту вы можете составить сами, то есть полезть в какой-то архив документов, полезть в описание, в саму информационную систему и покопаться там. Либо вам кто-то может это сказать. Полагаться на слова лучше не стоит, лучше стоит проверить, потому что человек, который вам говорит эту информацию, может, ну, просто не все знать, поскольку, как мы помним, мы о системе знаем не все. Обязательно нужно выбрать самое важное. Если мы с вами будем распыляться, то мы, скорее всего, не достигнем цели. То есть вот надо сосредоточиться на чем-то одном. Например, вы в качестве аналитика работаете, вам важны требования, спецификации. В качестве архитектора — определенные представления системы. В качестве разработчика — документированный исходный код или хотя бы доступ к репозиторию плюс описание каких-то базовых технологий. Если вы специалист по тестированию, вам нужны пользовательские сценарии. Ну и так далее. Важное нужно выбрать, исходя из той задачи, которую вы решаете. Найди спонсора. Спонсор — это тот человек, который вам легализует трату времени вашего. То есть вы приходите в команду, вы же там приходите не просто так, вы приходите выполнять какие-то там задачи. Соответственно, задачи эти могут быть
как бы рутинные, может быть, не очень интересные, но они ваши задачи, вы на них пришли, вы пришли это делать. И все, что вот здесь написано, это как бы дополнение. Например, вы можете не смочь выполнить ваши задачи, потому что вам не хватает информации. И вы будете объяснять это вашему спонсору. Как правило, спонсором выступает руководитель проекта, держатель бюджета, директор проекта, человек, который может сказать: «Окей, твои 40 часов проект оплатит, можешь копаться там». Как его искать, этого спонсора? Ну, со спонсором достаточно просто. Спонсор понимает язык денег. Соответственно, все, что вам нужно объяснить, сколько ваша компания, проект потеряет, если этой информации не будет. Значит, вам нужны помощники обязательно. Это еще одно правило. Без помощников вам будет тяжело, потому что помощники помогают экономить время, убеждать спонсоров, команду и так далее. Они являются вашими такими промоутерами. То есть нашли несколько таких же укушенных, которым тяжело без этой информации, объединились. И пошли, пробили время, убедили остальных ваших участников команды, что это надо. И они вам помогают. Как находить? Также убеждениями, взаимодействием, поиском тех людей, для которых важны эти проблемы. Инструменты. Это не те инструменты. Вот правильные. Инструменты, как правило, тоже достаточно простые. Это интервью, взаимодействие, встречи, мозговые штурмы и участие в реальной работе. Самый простой – это вот этот, интервью коллег, потому что вы просто можете обойти всех, с кем вам нужно, и пообщаться, с одной стороны. А с другой стороны, мозговой штурм наиболее эффективен. Вы встречаетесь все в одной комнате и начинаете выяснять: ага, вот эта часть системы выглядит вот так, к ней какие требования, например. Тут встает Вася и говорит: нет, это все по-другому. Таким образом, сталкивая эту информацию, вы получаете как бы некий конфликт и выяснение, а как же на самом деле. И процесс создания – это когда вы приходите, вы делаете какие-то вещи, которые вам нужно решить в ходе этой там работы своей, и вы, решая эти задачи, потихонечку вытаскиваете из системы. Но, конечно же, какой-то один выбрать нельзя, надо применять все три. Это вот один из способов, как документировать. Это один из наших инструментов, метамодели, я про нее расскажу позже. Это как организовывать знания, сведения и передачу их. Чтобы ваш артефакт снова не занесло песком, вы его раскопали, и все классно. Но если вы ничего не будете с ним делать, через полгода опять ничего не останется. Для того, чтобы этого избежать, надо сделать две простых вещи. Первое – это выделять время на актуализацию регулярную. То есть у вас ваша система или то, что вы там делаете, оно имеет все равно какую-то определенную регулярность, циклы. И вот в конце каждого этого цикла, желательно, чтобы это было все-таки какие-то короткие отрезки, вам необходимо проделать эту работу по актуализации, по раскапыванию. То есть занесли ваш артефакт немножко песочком, кисточкой счистили. Не так, чтобы лопатой потом приходилось раскапывать. Ну и еще лучше, если вы сделаете частью вашей работы вот эти элементы артефакта, которые приходится описывать. Самый простой пример – это разработка программного кода. Когда, например, приходит аналитик и говорит разработчику: вот сделай так. Разработчик говорит: хорошо, сделал, ушло в продакшн. Потом он ему приходит, переделает. Так вот пару месяцев он ему объясняет. А потом аналитик уходит в отпуск, приходит другой, говорит: а почему ты так сделал, Вася? Он говорит: я не знаю, меня вот просил. Он говорит: ничего не знаю, вот в документации написано так, значит, у тебя ошибка, переделывай. Вот, соответственно, чтобы такого не случалось, тот первый аналитик должен ему отдавать задачу в виде какой-то постановочки, чтобы след информационный оставался. Так, история вторая, про незнание. Вот мы сейчас с вами поговорили о том, как раскапывать систему, значит, а сейчас о том, как... В принципе, можно бороться с ситуацией незнаний. Что мы можем не знать? Мы можем не знать много разных вещей. Например, в какую сторону идет наш проект, что мы вообще в этом проекте делаем, чем занимается наша команда и так далее. Это кажется странным, как так можно ходить на работу каждый день, не знать, чем ты занимаешься, но в больших проектах, там несколько лет, которые идут, в крупных командах, например, 100-200 человек, такое может быть случиться, потому что человек попадает в контекст, он знает чуть-чуть, что вокруг него, и он вот в этой производственной цепочке постоянно получает новые задачи, делает, и он как бы не понимает, куда все идет. То есть он как бы педали крутит, а куда весь его этот состав едет, в котором он там педали крутит, он не знает. Соответственно, что это нам приносит? Ничего хорошего не приносит, потому что новых людей нам тяжело вести. Ну, раз вся команда не очень понимает, куда мы едем, нам тяжело передавать знания.
тяжело сотрудников перемещать между проектами. И вот с этим бы надо побороться. Значит, и вот три аспекта, которые сейчас расскажу про незнание. Это незнание о системе, как она устроена. Это вот, собственно, то, о чем была предыдущая история. Значит, мы систему не знаем, надо ее раскапывать постоянно. С этим сложно. Если постоянно ее раскапывать, именно вытаскивать информацию, отряхивать ее от песка, какие-то документы страшно читать, нам это будет, ну, неинтересно и, в общем-то, бесполезная трата времени. Соответственно, как с этим побороться? Какие вообще у этого причины могут быть? Потому что мы изменения вносим абы как, не документируем их, разрозненно вносим, не синхронизируясь с коллегами, и вот с этим надо бороться. Что для этого можно применить? Для этого можно применить набор инструментов, которые позволяют эту информацию фиксировать. Всякие таск-трекеры, системы а-ля Вики для базы знаний. Это вот тот список, который мы у себя используем в работе. Все эти истории, которые я рассказывал, это истории, которые мы персонально там на своей команде выстрадали, но, правда, к нашей чести давно выстрадали, лет 10-15 назад уже, поэтому мы последние года работаем не то чтобы идеально, и нам есть еще чему учиться, но с этими проблемами мы поборолись. Так вот, Jira, Confluence, Word, какой-либо кейс-средство, у нас в свое время было два кейс-средства, Enterprise Redact и Power Designer. И мы вот в последнее время используем OneNote как одну записную книжку. Это нам дает, ну, стандартные вещи, баг-трекер — это отслеживание задач для разработчиков, их прогресс и так далее. Это дает некую базу знаний и, прежде всего, путеводитель, то есть там есть стартовая страничка, где просто описано, что, где, как устроено, лежит, зачем. Это нам дает хранилище документов с версионностью и всякими процессами передачи этих документов. Это нам дает средства описания архитектуры, сбора требований, их версионирования и так далее. Ну, это нам дает единое средство для ведения протоколов. Здесь мы указываем всякую оперативные задачки, всякие протоколы и так далее. Все это централизовано, к этому всему есть доступ, есть разграничение этого доступа, там, чтобы разные команды там не пересекались друг с другом и не получали лишней информации. Не в смысле, что это секрет, а в смысле, чтобы их там не захватывало шквалом того, что им не надо. Следующее, чтобы этим всем пользоваться, нужны правила обязательно. То есть если мы просто поставим инструменты, мы в них тоже застрянем, погибнем. И, к слову сказать, это вот компактное количество инструментов. В принципе, раньше в терминальном случае их доходило до 20. Просто каждый использовал свое кейс-средство, каждый использовал свой баг-трекер и так далее. И вот, возвращаясь к правилам, у нас есть там... Ну, это один из вариантов нашего базового набора правил, следуя которому мы достаточно легко управляемся с этими инструментами и можем там проекты наши двигать дальше. Очень плохая штука такая, как информационный вакуум внутри команды, когда команда не понимает, куда она идет, зачем она идет. Как бы понимает обычно тот, кто ее возглавляет, а дальше уже никто не понимает. Соответственно, мы находимся за забором. Чтобы это устранить, нам надо чаще встречаться. Но надо соблюдать размер, ну, как бы какой-то ритм нормальный и оптимальный, чтобы, как вот на этом графике не было, мы не встречались там 5 раз в день. Соответственно, встречи должны быть, ну, носить регулярный характер, но не такой, чтобы команда взвыла и не смогла работать. Это подбирается у каждого персонально. Вот наш там один из наших вариантов — это вот здесь. Указан и временные интервалы, и как. Мы обычно собираемся раз в неделю, это там такая большая общепроектная встреча, пару раз в неделю маленькими компактными группами, это там команды 4-5 человек, а раз в неделю это команда, вот эти классическая 2 пицца команда, десяточек человек, ну и раз в месяц собирается обычно весь проект, это вполне может достигать до сотни, с подключением там удаленных регионов, других сотрудников, с видеосвязью, и там просто кратко за минут 30-40 мы актуализируем, что мы находимся в одном информационном пространстве. Все, что я здесь рассказываю, я, конечно, хотелось бы сказать, что это там мы все придумали с нуля, но это не так, конечно. Существует большое количество методологий, различных методик, современных и достаточно старых, ну, то есть, которые недавно были созданы, которые придуманы еще в 70-х, там, 80-х, 60-х годах, и мы просто из них брали кусочки, элементы какие-то и к своим задачам применяли. Поэтому наша здесь заслуга в том, что мы просто это для себя подобрали оптимальным образом и этому следуем.
Да что ж такое опять? Информационный вакуум, вот здесь про встречи как раз написано, что надо встречи обязательно структурировать, потому что когда мы начинали встречи организовывать, это было очень сложно, как обычно встречу, вот, не знаю, как у вас делают. У нас делают так иногда ее, там кидают встречу, в ней 15 участников, все приняли. Пришли, первые 30 минут мы выясняем только, зачем мы здесь собрались. Потому что Вася думал, что мы собрались обсудить одно, Петя думал другое, я думал четвертое. И так вот одно за одно цепляется, и мы не понимаем друг друга, зачем мы здесь. Соответственно, мы ввели правило, что надо во встрече указывать, чему встреча посвящена, что на ней нужно достичь, фиксировать все в протоколе, убирать телефоны, ноутбуки, планшеты в сторону, соответственно. И протокол, итоги встречи сразу вводить на экран, чтобы все присутствующие посмотрели, сказали, да, все так. Или сказали, нет, мы не так расходимся. И если мы отклоняемся от встречи, ну, от темы встречи, необходимо создавать сразу следующую. Для того, чтобы мы вот уложились в наш регламент, в компактный. Если вот вернуться к предыдущему слайду, где у нас вот эти встречи описаны, да, что мы раз в неделю встречаемся. Встреча на 10 человек для того, чтобы актуализировать статус проекта, это большой проект, с командой идет в сотню, занимал 30 минут. Поэтому, ну, я считаю, что мы там как бы хороший показатель себе такой поставили в итоге. То есть все встречи, их может быть было много в неделю, там могло быть 5 встреч, но они все были компактные, там 30 минут, 40 минут. Ну, если она не относилась к решению какой-то большой задачи, где нужно было всем подумать, обменяться мнениями и так далее. Вакуум вокруг команды. Это как мы работаем в целом в департаменте. С какого-то момента, правда, тоже очень давно, мы поняли, что надо разбираться, в чем вообще департамент занимается, потому что можно работать на одном проекте и вообще не знать, что происходит за пределами. Соответственно, и изобретать одно и то же колесо по 5 раз. Чтобы этого избегать, мы делаем две простых вещи. У нас есть официальные формальные встречи, это они, как правило, 2 раза в год проходят по итогам года, где руководитель департамента рассказывает, как здорово мы поработали, где мы там ошиблись, где бы нам подкрутить еще, как мы выросли и так далее. И рассказывает о том, какие нас планы ждут. Плюс еще к этому стратегические сессии, где рассказывают, раз в год они проводятся, где коллеги наши рассказывают о том, какие проекты они делают, какие технологии используют и вообще чего интересного они добились. Такая мини-конференция получается. И неформальные встречи. Это всякие митапы, которые мы организовываем, внутренние, внешние, микроконференции, тренинги, доклады. Это все организовывается сотрудниками для сотрудников. Для того, чтобы мы там в более-менее свободной обстановке могли обменяться всякими там плюшками, фишками. И в последнее время вот у нас ребята-разработчики сделали классную инициативу. Они поставили себе целью хотя бы раз в 2 недели всей команды, ну, кто-то один из них прочитывает книгу по современным там методикам разработки, подходам, и делает о ней короткий доклад на 30 минут, рассказывает самое интересное, что он узнал, там обсуждают, вот, как-то это называется, типа буквоеда, что ли, проходит у нас раз в 2 недели. Соответственно, вот так мы убираем вакуум вокруг команды. Таким образом, у нас, в принципе, сотрудники понимают, куда движется департамент, какие технологии он изучает, что использует, и как бы вообще помогает держать нос по ветру. Для того, чтобы бороться с незнаниями, мы можем посоветовать что? Найти буйных, тех, кому тоже хочется все это делать, организовывать движение, вот это, митапы, конференции и так далее, тормошить всех. Потому что, конечно, в общей массе люди достаточно инертные. То есть, если просто вяло поставить маленькую табличку, сказать, все, ребята, вот наш митап, приходите вечером, придет 3 человека. Если сделать рассылку, походить немножко, покричать, сказать там знакомому, слушай, а вот мы тут такую штуку рассказать, ты нам нужен, приди покритикуй. Другому сказать, а ты приходи, наоборот, поддержишь, потому что ты там в этом гуру. Таким образом, ты людей мотивируешь, вовлекаешь, и это помогает. Соответственно, найти занудных надо обязательно. Тех, кто будет вас, во-первых, покритикует, как это все устроено, во-вторых, поможет поставить это на рельсы, ну, внедрения, что ли. Потому что потолкать всех хорошо, но нужно сделать много формальных вещей. Забронировать переговорку, проверить оборудование, экраны, микрофоны, батарейки, чтобы не разрядились. Подбить итоги, напомнить потом этим товарищам, которые рассказывают, что, ребята, надо какой-нибудь протокольчик маленький сделать, вот кратко изложить, о чем вы рассказали. Тем людям, которые слушают, напомнить, что нужно дать обратную связь. Это все достаточно мутная работа организаторская, но у нас тоже есть коллеги, которые
где-то с радостью, где-то не очень, но этим занимаются. И это тоже очень сильно помогает, им большое спасибо. Обязательно нужно делать бэкапы всей вашей информации, которая у вас хранится в Вики, в Confluence, в любых средствах, которые централизованы. Потому что если нет бэкапов, в один день вы можете потерять все. Все знания вашей компании, всю вашу интеллектуальную мощь. Это будет плохо. Ну и не паниковать. Итак, история про абсолютную власть. Одна из моих любимых историй. Это история про то, как знать о системе абсолютно все, и самое главное — понимать, как что с чем связано, чтобы дернуть за одну ниточку и посмотреть, как это все отозвалось в другой системе, в ее частях, в ее компонентах, в физических серверах, наверху у бизнеса, вот это вот все. Это называется анализ влияния. Вот хотим вот так, как Дарт Сидиус. Значит, чтобы сразу показать, к чему это приводит, это вот две красивых картинки. Здесь монитор, конечно, маловат, я думал, чуть побольше будет, но это не страшно. Здесь показана компонентная модель системы, здесь показана модель развертывания. Вот эти все квадратики, которые оливковые, это все серверы. Причем не единица, типа один сервер, а группы серверов физических. А это исполняемые компоненты. Тех, кто знает там какую-нибудь Java, это AR и VAR, и те, кто не знает, это, например, исполняемый файл executable, экзешники. Итак, для того, чтобы нам с вами получить абсолютную власть, нам с вами, если у вас еще ее нет, нам с вами понадобится, конечно, несколько важных вещей. Это дискомфорт. Ну, то есть нам должно быть некомфортно без этой власти, потому что иначе нам менять ничего не захочется. Нам понадобится метамодель системы. Что такое метамодель, чуть попозже расскажу. Нам понадобится формальный язык. Русский язык отличный, прекрасный, изумительный, но слишком богатый. Нужно что-нибудь победнее, покороче. В принципе, английский неплохо с этим справляется, особенно если вы им не великолепно владеете, а так слегка, потому что у вас ограничен набор там фраз, терминов и так далее. Но лучше бы все-таки что-то из формальных нотаций, типа UML, Archimate и других страшных слов. Знание какого-либо кейс-средства, ну, у нас Enterprise Architect, поэтому мы выбрали его. Что еще? Также вам нужно терпение и гибкость. Терпение для того, чтобы все-таки пройти до конца по этому сложному пути, а гибкость для того, чтобы не переругаться со своими коллегами, потому что, ну, вы же заинтересованы в том, чтобы получить власть. И как бы вы можете интриговать, можете убеждать, можете подкупать и так далее. Это все шутка, конечно. И вам нужен, конечно, кофе. Ну или чай, кто как предпочитает. Без кофе тяжело. Не туда. Вот метамодель. Про кофе я рассказывать не буду, начну с метамодели. Вот это все, на самом деле, очень простая штука. Это с помощью UML описано то, что наша команда использует при общении. То, что вы используете в повседневной жизни, в своей работе. Вот, например, мы сейчас здесь с вами находимся. У нас есть шатер, зрители, спикеры, организаторы, оборудование, оператор, сцена, не знаю, экран. И между всем этим существуют определенные связи, определенные зависимости. И вот это все, если это все описать вот такими там квадратиками, стрелочками и соединить с помощью языка UML, это будет метамоделью того, что здесь происходит. У нас будет потом конкретный спикер, конкретные зрители, конкретные стулья, шатер и так далее. Но в целом практически любая часть того, что нас окружает, устроена так. Есть шатер, в нем находится сцена, на ней стоит спикер. В шатре напротив спикера сидят слушатели, и рядом со спикером стоит экран. Любой шатер, который вы возьмете, он устроен примерно так. Вот это примерно так устроено, там почти каждая наша система описывается. В ней есть требования, в ней есть спецификации того, как она работает, в ней есть различные программные компоненты, физические, серверы и так далее. Вот как только вы все это опишете, отразите те правила, которыми вы живете в вашем проекте, вы получите метамодель. Собственно, а дальше просто. Дальше, как только вы для каждой из этих частей сделаете конкретный экземплярчик, экземпляр сервера, экземпляр программного компонента и так далее, свяжете их и положите в репозиторий, ну, полагая, что, конечно, ваше кейс-средство позволяет такие штуки делать, дернете за одну ниточку, и вам покажутся все остальные связи, которые есть с этим элементом, все, от которых он зависит.
И это будет вашей абсолютной властью. Собственно, где это может быть полезно? Это может быть полезно в крупных проектах, где есть большое количество участников. 20-25 человек и более, как язык общения. Потому что то, что вы внесете в репозиторий, вам поможет просто общаться на одном языке. И даже если ваш коллега, например, не знает ничего про какую-нибудь диаграмму развертывания, ну потому что он, например, бизнес-аналитик, он может посмотреть на картинку и посмотреть, как его бизнес какие-то штуки влияют, например, на серверы, особо не зная ничего про серверы и так далее. И наоборот, какой-нибудь суровый администратор не знать ничего не знает, он про бизнес, про какие-нибудь, не знаю, платежи, обслуживание квартир, медицину, но зато может, дернув соответствующую зависимость, увидеть, на какой части вот этой самой бизнес-домена, бизнес-области это отразится. Соответственно, что еще может, когда еще может пригодиться? Когда ваш проект заведомо долгий, то есть вы начинаете проект, или тем более, если у вас, например, есть продукт, отличие, ну и как кратко, мое понимание отличия продукта от проекта, продукт это то, что живет, пока у него есть спрос, рынок, потребители, а проект это то, что начинается и заканчивается согласно определенным срокам. Вот ключевое отличие, наверное, здесь. Соответственно, если у вас есть продукт, я думаю, мало кто, те, кто делает продукты, думает, что их продукт проживет там 3 месяца. Все рассчитывают жить, но если не вечно, то достаточно долго. Поэтому похожий подход для продукта, наверное, очень хорошо подойдет. Ну, собственно, про коммуникации, про абсолютную власть я сказал. Ну, в общем-то, вот примерно так все это и происходит. Спасибо большое, что не скучали. Если хотите, можете задавать вопросы. Да, просто можете поднять руку, и микрофон к вам тут же прилетит. Лучше пусть аккуратно дойдет. Благодарю, не успел целиком, но я как бы сам занимаюсь вот составлением такой схемы и так дальше. То есть вопрос, скажите, вот такая глубина проработки, это какое количество человека часов и людей, то есть сколько это времени реально затрачивает? Ну, да, спасибо за вопрос. Наверное, сложно так сказать прям сразу. У меня затрачивает на стандартный проект, например, часов 8. Это просто потому, что в эти 8 часов входит копирование предыдущей метамодели, может быть, немножко ее переназвание в том, что привычно текущей команде и так далее. Если вы начинаете с нуля, никогда не делали, тоже сложный вопрос. Зависит от того, насколько вы владеете остальными аспектами. То есть сама метамодель – это действительно простая вещь. Здесь можно по-другому оценить. Вот как сложно вам это будет описать словами? Просто взять лист и написать… Что у вас в проекте есть, как он состоит, с какой структуры и какие связи между этими элементами структуры есть. Ну, мне кажется, это не должно быть сложно, не должно быть много времени на это уйти. А если проект уже 8 лет? Все-таки мы говорим о метамодели, поэтому я думаю, вряд ли, что там будет большое количество времени. У вас, ну, не побоюсь обобщить, практически большинство проектов про разработку информационных систем, автоматизированных систем или даже только программное обеспечение, они очень похожи, как они устроены. В них есть требования, в них есть спецификации алгоритмов, в них есть какие-нибудь модели данных, информационные потоки, программные какие-нибудь модели, которые показывают, как устроена ваша система на уровне разработки, какие-то общие штуки, которые показывают, как устроена архитектура, может быть, аспекты безопасности, производительности, отказоустойчивости. Ну так вот, навскидку, основной набор закончен. А, ну еще есть, конечно, вещи, связанные с эксплуатацией, но там их тоже немного, может быть, 2-3 аспекта каких-то дополнительных. Все, все остальное детали, конечно, если у вас, например, есть понятие информационной модели и бизнес-область очень сложная, то там, тут я не могу оценить, зависит от области. Могу ответить за одну компанию с нуля, с разработкой полностью концепции метамодели. И, то есть от момента начали с нуля и до момента, когда аналитики смогли любую задачу делать в готовой модельке и ее начинать уже разрабатывать, прошел год. А занималось этим 100 человек, 100 аналитиков. Круто. Вот такой есть кейс. И компанию переводили полностью весь IT-ландшафт. То есть просто бизнес, он есть, он существует 12 лет, и вот его весь перевели в Sparks. Это заняло год. Sparks не лопнул?
Нет. Отлично. Продолжает расширяться, как вселенная. На самом, ну, я хочу прокомментировать, что вот эти истории, которые я рассказал, они были специально выбраны такими общими и немножко, как не любят очень, когда выступают там какие-то организаторы, говорить, были лозунгами. Ну, то есть это «Мир, труд, май» лучше, чем «Февраль, голодовка», «Февраль, середина января» и что-то там еще. Это все очевидные вещи, но дьявол кроется в деталях, поэтому если вам интересно что-то там поглубже узнать, и не только об этих историях, а и там более специализированных, конкретно про разработку, про там проектирование, про требования в деталях, я готов, у меня их еще много. Поэтому можем после с кем хотите пообщаться. А да, вопросы, у нас это приветствуется крайне. Вопросы по этой презентации есть еще? Поднимайте ручку. Yeah. Здравствуйте, спасибо за доклад. Сейчас очень модно agile. Как вы относитесь к agile и внедряете в свои какие-то проекты? Спасибо. К agile мы относимся положительно, поскольку agile — это философия, а никаким образом не способ работы и так далее. Мы тоже считаем, что люди важнее процессов, мы тоже считаем, что работающая система продукта важнее полноты документации, и постоянно это подтверждаем. Да. Коллеги, это вот мои коллеги там смеются, потому что, да, когда стоит задача успеть все в срок, то иногда приходится жертвовать документацией. Но мы делаем одну важную вещь всегда. Когда мы говорим, что у нас работающий продукт или что-то важнее, чем, например, документация, и люди важнее, чем процессы, мы подразумеваем в том, что да, в текущий момент, если сравнивать как бы два условия, то, что задекларировано в манифесте, оно важнее. Но это не значит, что о том, что не важно, нужно забыть. Поэтому, когда мы, например, выпускаем версию очень быстро, мы потом делаем большой круг, чтобы ее задокументировать, описать, и вот то, как я рассказывал, чтобы информация не потерялась, чтобы потом все это не раскапывать. В этом смысле мы как бы agile следуем, но мы не применяем какие-то конкретные методики, прям вот классические, типа скрама. Просто мы как бы аккуратно понадергали того, что нам удобно, и это вот используем. В частности, вот те встречи, про которые рассказывал, это из скрама понадергано, вот эти их встречи регулярные, daily. Холодновато сегодня. И у меня еще есть вопрос. А, собственно говоря, когда притаскивали всю эту концепцию, и по сей день, есть такое узкое больное место, где заканчиваются границы работы архитектора и начинается работа аналитика. На каких уровнях вы разошлись? И почему? Честно, мы сейчас наших аналитиков готовим, ну, вообще всю команду стараемся подготовить так, чтобы им архитектор вообще не нужен был. А мы занимались только тем, чем нам интересно. А новыми чем? Технологиями, подходами, выступали вот на конференциях, куда нас приглашают. Вот так вот. Ну, на самом деле, это, конечно, цель, но вряд ли это получается, потому что, вернее, как это получается, конечно же, но архитектор, он у нас в настоящий момент не является каким-то там, не знаю, как это, человеком с плеткой. То есть мы от этого ушли давно. Архитектор у нас сейчас больше технический лидер, ну и вообще лидер. То есть это человек, который просто помогает проекту идти. Потому что когда все очень быстро, разработчику прийти сказать, друг, ты делаешь все не по архитектуре, сказать это руководителю проекта, аналитику и всем остальным, главное, заказчику можно, но ничего хорошего от этого не выйдет. Поэтому ты себя записываешь, пытаешься сделать, чтобы это все не упало, а потом вот на этой большой петле, если это критично, ты предпринимаешь какие-то там действия, усилия, чтобы нивелировать последствия уже. И еще один такой момент. Когда тебе дают новую систему спроектировать с нуля, вот самые первые три вопроса, которые ты задаешь себе и всем, кто тебя окружает, прежде чем начать что бы то ни было делать? Когда надо и сколько денег? Ну и на самом деле это не шутка, потому что мне очень понравилось, я не знаю, откуда Максим Смирнов это процитировал, но он говорил, вот чем управляет по классике руководитель проекта. Он управляет сроками, деньгами и ресурсами. А на самом деле нет. Он управляет дефицитом ресурсов, дефицитом денег и дефицитом сроков. Потому что если все есть, все и так замечательно. Вот архитектор в этом смысле, он управляет дефицитом целостности системы. То есть если все изумительно, система ваша отвечает всем требованиям и не противоречиво, архитектор вам не нужен.
Поэтому для архитектора нужно понять, какие есть внешние основные ключевые ограничения. Как правило, это бюджет, как правило, это сроки, ну вот, наверное, и цели. Ну, то есть это не ограничение, но это то, что позволяет понять, ну, как бы, куда двигаться. И еще один такой вопрос. На протяжении всего этого доклада не покидало ощущение, что, кажется, вы чуть-чуть крадете хлеб у РПшников, архитекторы. Это не так? Нет, и на самом деле... Они у вас есть? Чем они занимаются? РП много чем занимаются. Они, в принципе, ну, они разные, есть разного уровня, но глобально вот они управляют вот этими тремя аспектами. Недостатком сроков, денег и ресурсов. Ну, как бы, об этом просто можно много рассказывать. РП — наши святые люди, потому что они, во-первых, управляют всеми нами, ну, помогают нам двигать проекты, терпят всех, улаживают конфликты и внутри, и с заказчиком, поэтому много чем занимаются. И мы у них хлеб не крадем, у них его столько, что чуть-чуть отщипнуть не страшно, им только легче станет. Спасибо большое за доклад. Выбери, кто тебе больше всех понравился. Ну, тебя я не могу выбрать, извини. Само собой. Поэтому тут варианты автоматические. Вот молодой человек и девушка. Держи. Оп. Спасибо за вопросы. Спасибо. Так, друзья, ну у меня все, контакты здесь есть. Если вам интересно пообщаться, пишите, подходите сейчас. Все, спасибо вам, спасибо, что были огромное. Моими слушателями. Следующий доклад в 13:15.